каждым годом популярность премии среди жителей Подмосковья увеличивается, участников становится все больше, конкуренция растет. В этом году будет отобрано 1945 победителей. Цифра приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. А призовой фонд премии составит 180 миллионов рублей. От Одинцовского района подано более 1500 заявок, больше только у Химок. Прием заявок на участие закончился. Настало время выбрать победителя. На официальном сайте премии «Наше Подмосковье.рф» продолжается онлайн-голосование. По количеству собранных лайков каждая номинация определяет тех, кто получит приз зрительских симпатий. Мы тоже решили поддержать проекты номинантов из нашего района. Чтобы проголосовать, нужно зарегистрироваться на сайте или пройти авторизацию с помощью аккаунта в социальных сетях. Далее нужно войти в раздел «Проекты», потом выбрать «Муниципальное образование». Сейчас я попробую отдать голос за проект нашей уважаемой коллеги Галины Поликарповой. Вот и все. Теперь у Галины Алексеевны 3 голоса. Это, конечно, мало, но время еще есть. Вы можете проголосовать за любые понравившиеся вам проекты, но не более чем один раз за каждый. Во всех 10 номинациях будет отобрано 20 лидеров онлайн-голосования. Для соискателей премии это дополнительная возможность вызвать интерес к своему проекту у экспертов совета и получить приз зрительских симпатий. Успейте и вы поддержать наших земляков. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».